Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джанно Самаюктам Биндаванам Манохари Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Бевача Патитананг Пабуне Бхавишна Вибью Наму Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Ятки Патаманг Банди Парамананду Мадумам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Васам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катопадеш Гаурия Патрашо Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамадакша Джагод Баруньо Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Бисфуржита Кемепигабоду Шабадурси Кришна Радхагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Кироши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхуджау Канака Бодат Санкетанай Капитару Камалая Такшо Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану Ламбита Бхуджау Канака Бодато Санкиртанай Капитару Камалая Такшо Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджусва Бадане Лакшмирджа Сача Вакшаши
Yasyaste hidaye sambhid tvam nishingamaham bhaje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Kirtana Gana Nartana Para Premamritam Bhunidhi Dhira Dhira Jana Priyo Pya Karo Nirmasaro Pujito Sri Chaitanya Kipa Bharo Bhavibho Aravan Taruko Bande Rupa Sanatana Rugujugo Sujibago Paloko Achinoti Svastvartham Achare Sthapayatiyopi Swayam Acharati Yasmat Acharya Steno Kirtita Achi Noti Svastvartham Swayam Achare Sthapayatiyopi Swayam Acharati Yasmat Acharya Steno Kirtita Srila Gauriya Goshtipati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told the only duty of an Acharya is to establish Siddhanta Vichara. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что единственная обязанность Ачарьи – это утвердить подлинную Сиддханту и разоблачить все ложное. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Пракур Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что единственная обязанность Ачарьи – это утвердить Сиддханта Вичара. Суть в том, чтобы утвердить Сиддханту, это есть главная обязанность Ачарьи. Шишила Прабхупад говорит, я могу взять на себя всю ответственность за вас при одном условии. При том, что если вы сможете мне поверить на 100%, если вы поверите мне, то я могу взять на себя всю ответственность за ваше благо и все остальное. Это моя обязанность. Но если вы хотите оставить за собой какое-то право и предаться частично, в этом случае я не смогу спасти вас, это невозможно. О Адвайта Ачарье сказано. Адвайтам Харина Адвайта Ачарьям Бхакти Сансанат. Адвайтам Харина Адвайта Ачарьям Бхакти Сансанат. Bhaktavataram Isham, Tam Advaita Acharyam Asraya. Вот такая шлока. About Advaita Acharya, it is written Advaita Acharya. О нем говорится, что он Advaita Acharya. About Advaita Acharya, it is written, he is topmost Acharya. Он лучший из Ачарьи. И также много раз Шрила Прабхупад говорил, то, что проповедь может совершаться под руководством Нитьянанды Прабху или Адвайты Прабху. Проповедь может совершаться под руководством Нитьянанды или Адвайты Гасая, а не Ачарьи проповеди. Сами мы не можем проповедовать без их милости много раз. Шрила Прабхупад говорил, что вначале мы должны проповедовать сами себе. Много раз Шрила Прабхупад говорил, что мы должны проповедовать сами себе. Нужно встать перед зеркалом, посмотреть на свое лицо и понять свое текущее положение, то, где мы находимся. И Шрила Прабхупад говорил, что сначала мы должны проповедовать сами себе. Если вы думаете, что этого достаточно, то тогда можно пытаться спасти кого-то с помощью своей проповеди, поскольку главное суть проповеди — это спасение людей, а не сбор денег или еще что-то. Проповедь значит «Джива-доя».
подлинный смысл проповеди – это дживадуя. Это милость, сострадание к душам. И вот проповедь не значит говорить о какой-то сухой философии, обманывать людей, собирать деньги или пытаться как-то прославиться. Это не проповедь. Смысл проповеди – это то, в том, чтобы люди получили милость, если вы достигли такого уровня. Если вы думаете, что вы можете, что вы получили достаточно милости от Гурварги, Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура и Шри Чайтаньи Махапрабху, то тогда вы можете проповедовать, иначе нет. И также в Шри Чайтанья Чайтамрите мы можем найти такие слова, то, что Кришнадас Кавирадж Госвами пишет: те, кто читают все читания Чайтамриту, читания Бхагавата, они не могут понять. Это очень важный сиддханта там. Но не все могут понять. Но те чистые вайшнавы, они могут определить. И вот под руководством чистых гуру вайшнавов мы должны изучать все читания Бхагавату, читания Чайтамриту, Дживадхарму, Шримад Бхагаватам. Все мы должны изучать под руководством гуру Варги. Без Кришна Шакти. Без Кришна Шакти мы не можем проповедовать. Я могу напомнить вам о лилах Махапрабху. Махапрабху отправился в Южную Индию. И вот там можно найти какого-то преданного, который обрел милость Махапрабху, как Курма Випра, еще какой-то Випра по пути в Южную Индию. Махапрабху встретился с Курма Випра, и он обрел милость от него. Курма Випра, потом Васудева Випра. Он был болен проказой. Махапрабху спас его и также даровал милость и отправил проповедовать. И это случилось по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Чайтаньи Махапрабху сказал, что иди и пытайся спасти других. И вот если Махапрабху говорит, что нужно кого-то спасти, то значит Махапрабху делает этого человека ачарьи, поскольку без этого нельзя спасти кого-то. Если Махапрабху дал такое указание, значит Махапрабху уже дал милость и способность это сделать, способность выполнить его наставление. И поэтому такая массивная проповедь была возможна. Адвайта Гасай, он не отличен от Махавишну. Вы знаете об этом, много раз слышали. И что говорится здесь? Махавишну. Махавишну Джагаткарта из Брахма-самхиты мы знаем такие слова. Махавишну значит Карнанава Сай Вишну.
Бесконечные миры, они исходят из его выдоха. И здесь сложные сиддханты, вот, те, кто следует санкхья-йоге, они думают и говорят то, что майя сотворил этот мир. И вот санкхья-даршана, есть шесть видов даршана, один из них санкхья-даршан, и вот в соответствии с этим, хотя санкхья-даршана, мы следуем этому санкхья-даршану, они заявляют то, что природа Пракрити, она ответственна за это творение. Но Баладавиди Бушин в Веданта-сутре он объясняет то, что Пракрити. И Махапрабху говорил с Санатаной Гасай, с Саупой Гасай различных темах. И также Варанаси-кшетре, в Каши Варанаси, можно увидеть, что Махапрабху говорил с Пракашинандой Сарасвати. И таким образом мы находим, Махапрабху время от времени говорит то, что Пракрити — это то есть это такой не эта материя, она не безжизненная, она как бы где стоит, там и стоит, как камни или ну какие-то эти природные вещи, как корова, например, ну, корова, они сами не могут служить, но можно взять молоко у них и предложить Гирираджу. Они такие пассивные эти создания. Деревья. Тут такие неодушевленные предметы, они в Шантарасе находятся. То есть они сами ничего не делают, но их можно занять в служении. То есть если кто-то их займет в служении, они будут служить. А если не займет, то так и будут находиться в своем положении. И вот у Шантараси. И вот Баладавиди Бушин объясняет Пракрити, это безжизненная материя, но из-за того, что сознание входит в нее, во время объяснения Гиты я говорил, например, ну, во время какого-то маскарада, если кто-то надевает маску, также я могу привести подобный пример, как Четанвасту. Это сознание, оно входит в наше тело. В соответствии с нашей кармой мы рождаемся. Но Четанвасту, когда входит в наше тело, и в соответствии с нашей предыдущей самскарой, мы думаем, что мы женщина, кто-то думает, что он мужчина. Но все тело, оно состоит из сознания. И точнее, тело, оно состоит из материи, в которой...
но тело вайшнавов и прочих трансцендентных вещей, но сознание состоит, хотя внешне выглядит материальным. Тела чистые гуру вайшнавов, они не материальны, а хотя похожи внешне на обычные тела обычных существ. И вот Четанвасту, оно входит в Пракрити. Это Пракрити, природа. Если я умру, то тогда первые элементы нашего тела, они когда тело умирает, то оно распадается на первые элементы. То есть все тело, оно в итоге превращается. В первые элементы. И таким образом, Пракрити, вся природа. И вопрос в том, Санкхья-йога говорит, что Пракрити, она ответственна за материальное творение, но наш Веданта-шастра Баладевиди Бушин говорит, что не так. Это потому, что Четанвасту входит в Пракрити, и они совместно. Willpower, that's a joint venture. I cannot say this way. So you should understand. So with the help of that Chetanvastu, Prakriti nature going to show something. Prakriti, она показывает что-то, проявляет. So now question is there. И вот сейчас вопрос в том, что все это, вся эта материя, она одна, откуда она вся, весь мир. Все, что есть в нем. Бесчисленные звезды, планеты, они откуда произошли все это материально? И откуда это все пришло? И в Брахма Самхите есть такие слова. И вот вопрос в том, что Адвайта Гасай, он не отличен от Махавишну. И также в Гите мы знаем, в Гите Бхагаван говорит, вы слышали об этой шлоке? И вот Махавишна говорит, и вот Пракрити, оно дает рождение различным, всему остальному, под руководством Верховного Господа Нимитикарам. Махавишну смотрит, он своим взглядом оплодотворяет Майю издалека. И Майя, она принимает, она оплодотворяется с помощью этого взгляда Махавишну, и происходит творение. Нимитикаран значит изначальная причина, каран значит причина. Махавишну, он является первопричиной всего. И относительно Шивататтвы я могу показать, как Махавишну своим взглядом оплодотворяет Майю. И еще можно найти 12 различных джотирлингов в Индии, но об этом в следующий раз во время Шиваратри. И вот Махавишну в предыдущей калпе бесчисленные дживы, они были внутри Махавишну. И еще вопрос может возникнуть, как это возможно, Бхагаван Чинмой. И все дживы, они тоже чинмой, но те, кто в обусловленном состоянии находятся, все же они не освобождены, и они
когда творение оно происходит, то джива не выходит из Господа, когда разрушение не входит в процессе вдоха в тело Махавишну. Это обширная тема, очень можно вместе говорить. И вот вопрос в том, что Бхагаван Чинмой, и как все дживатмы мы знаем, Чинмой Бхагаван и обусловленные души, хотя они все Чинмой, но в соответствии с предыдущими самскарами они в обусловленном состоянии находятся. И вот один аргумент может возникнуть, или другие вопросы также могут возникнуть. На сегодня я отвечу на один. Я много раз говорил, когда Бхагаван снисходит сюда, является в этом материальном мире, то тогда материальная природа, она не задевает его. Например, Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот материальный мир. И тогда эта материальная майя, она влияет ли на него или нет? И хотя Бхагаван явился в этом материальном мире, то, но этот материальный мир и его влияние этого материального, в общем, он не подвержен влиянию материального мира. Он, мы не можем подсчитать, как это возможно, это зовется Ачинтья Шакти, как Бхагаван в Гите. Джанма кармо чаме дивьям, джо вякти таттатаха, такта дехам пунар джанмам, нойти мамиту сахаджуна. Бхагаван speaking in Gita, those who can realize my transcendental мои трансцендентные деяния, трансцендентные явления, джанма карма, то есть рождение, Бхагаван говорит, что его явления в этом мире и его действия, они все трансцендентны. Я много раз говорил, что логика, она не может быть на пути к абсолютной истине, как это возможно. И Бхагаван отвечает, что это трансцендентно. И вот апракрита васту, с помощью логики мы не можем понять этого. Трансцендентное мы не можем понять с помощью каких-то материальных вещей. Это ачинтья шакти. Она непостижима. И как возможно для Бхагавана, который полон бесчисленных шакти. Все возможно для него. И вот обусловленные души, когда одна калпа кончается, то они ждут следующей калпы. И до тех пор все дживы, они пребывают в теле Махавишну, как это возможно. Одновременно они находятся внутри Махавишны. И не в нем также. Так они, с одной стороны, внутри Махавишны, с другой нет. И я говорил относительно во время Дживататвы. Махарадж обсуждал Дживататву, и там он сказал о очень важной сиданте, то, что Сварупшакти, она внутренняя шакти. Она внутренняя шакти, но моя шакти и джива шакти. Есть татастра шакти, джива шакти, и где же они находятся? Вопрос может возникнуть. Сваруп шакти внутри Бхагавана, а джива шакти, татастра шакти, они тоже исходят из Бхагавана. И сиддханта в том, что хотя дживататва исходит из Бхагавана, но она не, хотя она исходит, она не соприкасается с ним прямо. Okay. But still,
и в одности. И вот все же прямой связи у них нет, это непостижимо. И как это возможно? Чит-сакти, джива-сакти, майя-сакти, джива-сакти она также исходит из Бхагавана, но Бхагаван он не замешан в этом прямо. И таким образом вопрос может возникнуть. Вся эта материя, санхи-йоги говорят, что все это исходит из майя. Но майя, она не принимает никакой инициативы. И кто же это все делает? Я говорил, что это Сришти-таттва. И вот я сказал уже. Прадхан и Пракрити. Прадхан и Пракрити. Прадхан значит составляющие ингредиенты. Я, например, хочу произвести какую-то ложку, и ее составляю, она состоит из дерева. Но наше человеческое тело, вообще тело всех других существ состоит из пяти первых элементов. И вот, чтобы что-то сделать, нужно сырье. На какой-то фабрике, если мы хотим что-то сделать, нам составляющие нужны, и без составляющих мы не можем что-либо произвести. И вот и эти составляющие, Прадхан и Пракрити. Прадхан, когда Бхагаван смотрит на Пракрити, они практически одинаковы, но нет. Прадхан, и когда они... Оно возбуждается, и вот если ситуация зависит, в общем, когда нужно будет, я буду говорить о Сришти-таттве, о творении, и Прадхан и Пракрити. И Махавишну, он своим взглядом оплодотворяет материю. Души мы не можем видеть, поскольку они очень малы. В Гите говорится, вот в этой шлоке, что если взять волосы, разделить его на 100 частей, каждую часть еще на 100 частей, то душа будет и мельче, чем это. И поэтому не все могут понять, что такое душа, поскольку ее не видят из-за малых размеров. Но благодаря Гите, Веданте и Упанишадам, мы можем что-то понять о душе. Мы можем изучить множество книг, но сможем ли мы понять душу? Айаматма Правачанена Лабья. И вот слушая различные материальные лекции, или говоря, изучая книги, мы вряд ли сможем что-то понять. Что такое атма, душа? Это нечто странное. И в Ямарадже и Читакета, Ямарадж, Господь Смерти, и мой Мочикета, точнее. И вот Ямарадж, он спрашивал, и вот вот вопрос был о том, что такое мистерия души, а отвечающий сказал, что лучше давай вам какой-нибудь вопрос попроще, слишком сложный. И вот Ямарадж был вынужден рассказать о мистерии души, что такое атма. Но все же мы не можем что-то почувствовать, слушая харикатху великих саду Сиддха Махатму. И по их милости мы можем что-то понять. И
Веданте говорится «гунат алоквад». Вот «гунат алоквад» качественно мы можем сравнить ее с частицей света. С одной стороны, можем сравнить, с другой не можем. И вот такое противоречие, но все же, чтобы дать нам какое-то представление о том, что является душой, Веданте говорит, гунат алоквад, качественно мы можем сравнить с частицей света алоквад. Вот если вы знаете санскрит, вы можете понять. Вад значит подобно. Гунат алоквад. Вад значит. Гунат алоквад. Как частица света. Свет, он материален. И вот примерно, я могу объяснить, что не точно, а примерно, а приблизительно. И вот это объяснение души, все души, они пребывают в Махавишну, я уже сказал об этом. И вот вопрос в том, Бхагаван смотрит на Майю, и все дживатмы, обусловленные души, они входят в чрево матери, в чрево Пракрити, и вот эти составляющие, откуда они происходят. Я сказал уже о Прадхане Пракрити, когда Господь смотрит на Пракрити, то этот Прадхан, он возбуждается. Когда Бхагаван смотрит на Пракрити, Пракрити и Прадхан, и когда это происходит, Махататва сотворяется. Махататва, возможность творения, она возникает. Еще проблема то, что какие-то слова сложно перевести на английский, санскрит. И вот когда Бхагаван смотрит на Пракрити, то Прадхан возбуждается, и тогда Махататва, возможность творения возникает. И Бхагаван создает ситуацию таким образом, чтобы все творение продолжалось, могло быть. И как это происходит, я говорил о Сришти Таттве много раз. И вот смотрите, Прадхан возбуждается о Пракрити. Пракрити, природа — это значит баланс гун материальной природы. И вот в физике мы слышали такое понятие баланса. То, что находится в одном одинаковом состоянии. И вот когда гуны материальной природы, они находятся в балансе, то никакого творения не происходит. Но когда по желанию Бхагавана когда этот баланс гун материальной природы нарушается, то тогда творение
происходит, и что не, что-то творится с помощью сатвагуны, раджагуны и тамагуны, и так постепенно. Почему в Чайтанье Чаритамрите, в этих шастрах говорится, что Адвайта Госвами Махавишна? Да, он Махавишна. Си Гоуранго Пратанго Ставарадж. Гоуранго Махавишна, I daily recite. Вот он написал такую става Гуранга Ставараджа. Адвайта Госвами написал эту ставу и здесь говорится Авадхут Абхинна. Махавишну Джагаткарта Майая Джо Сриджати Адаха Таша Аватара Эво Айам Эво Эво Мане Affirmative. Вот здесь Эво значит Must In Sanskrit Эво Мин Affirmative подтверждение. Confirmation. So Махавишну Джагаткарта Майая Джо Сриджати Адаха By the help of Maya who is going to create all everything you know ingredient I mean all ingredient coming from Advaita Gosai. И все, все составляющие для творения, оно исходит из Махавишну. И Адвайта Госвами, он есть Садашива, он не отличен от Махавишны. И вот все составляющее, оно поставляется Адвайта Госвами, то есть Махавишну. И я буду в дальнейшем говорить о этой седанте. И вот и другая шлока, здесь говорится Адвайтам. Мы должны понять это. Адвайтам Харина, тот, кто не отличен от Хари. Адвайта. Что значит Адвайта? Адвайта значит не отличный от. Адвайта мин но дуэл концепшн. Адвайта значит та единая татва. Адвайтам Харина Адвайтам. From Hari, от Хари. From Hari, I mean Mahavishnu, от Махавишну. Он не отличен от Махавишну. Same thing. So, Sri Advaitam, Harina Advaita Acharyam, Bhakti Shamshana, to establish вот, чтобы утвердить Бхакти Татву. Just half an hour, 40 minutes ago I was speaking, na? Я говорил чуть раньше, что без милости Кришны, без милости Кришны, без милости Гауранги Махапрабху, мы не можем вложить бхакти в сердца других. Что значит проповедь? Проповедь значит вложить бхакти в наше сердце. Bhakti Bija, you know? Like the seed of banyan tree. Как семя баньянного дерева. Like the seed of banyan tree, you can see very, very fine, huh? Banyan tree? Banyan tree? The seed? Его семя, оно очень мало, но в будущем из этого семени вырастает огромное дерево. В Калькутте, в ботаническом саду, или в Аллахабаде, или в Варанаси можно, или во Вриндаване можно найти баньяны, которым тысячи лет, они гигантские. И в Наймиш-кшетре, в Наймишаране тоже можно найти такие большие баньяны. Мы не можем понять, какова мистерия этих
баньяновых деревьев, откуда они произошли. Они, когда здесь баньяновые заросли, эти деревья разрастаются, то уже сложно найти, откуда все началось, какое первое дерево. И также творение, в процессе творения уже сложно обнаружить, откуда это все началось, как заросли баньяны. Махавишна, он без... в процессе разрушения все это опять входит внутрь Махавишну. В материальном мире мы можем видеть, что чем больше плотность какого-то объекта, объем меньше. Пример, если взять молоко, например, его уварить, сгустить, то объем уменьшится, а концентрация этого молока в этой сгущенке увеличится. И вот в газообразном состоянии плотности, то есть плотность каких-то веществ, газов очень мала, но если его сделать сжиженный газ, то плотность возрастет, и этот газ перейдет в жидкое состояние. И вот, когда я говорю, что диаметр этой земли очень велик, но если плотность этой земли, и вот те, кто изучает физику, они поймут эти сравнения. Земля, она тоже имеет какую-то плотность. Ученые подсчитали примерную плотность всех этих составляющих. То есть, если плотность увеличится, то объем, как правило, уменьшается. А если плотность очень сильно увеличивается, то объем, оно, как правило, становится меньше и меньше. И также, когда мы сможем понять, что все творение, такой же пример с семенем, то есть там это дерево находится, гигантское дерево находится в таком сжатом виде. И также все творение может сжаться и войти в тело Махавишну. А когда творение происходит, оно опять разрастается, распускается. И все составляющие для творения, они происходят от Садашива. Дурга, Сита Деви и Шри. Вот в этой Гасае было две шакти. Шри и Сати. И как я с этой... Они были дочерьми Нрисимха Мадхури. Одну звали Шри, другую Сита. И вот Сита, она олицетворяет собой Йогамая в мире Вайкунтхи. И так или иначе,
если буду говорить об этом, я главную лилу Адвайта Гасая не успею рассказать. И вот Адвайта Гасая не отличен от Махавишну. И вот Адвайта Гасай, он родился в том месте, которое сейчас принадлежит Бангладешу. Срихатта. Это важное место, там Джаганат Мишра, Сачидеви, Нилабар Чакравати, Пундарик Видянитхи и прочие вайшнавы, они родились в том месте. И в Срихатте, и там Адвайта Гасай родился, и отец был Навадеви, была мать, и отец Кувер. И о Вайканас Гусай Махараджа я также говорил. Он был этим царским священником. И также наш Кувер, отец Адвайта Гасая, он был. И а то место, где явился Адвайта Гасая, Лаур назывался, а царь этого Лаура, он был очень могущественным, влиятельным человеком, и он занял этого Кувера Мишру как в качестве царского этого священника, поскольку он был достоин, имел должные качества, и поэтому царь попросил его, чтобы он работал у него священником. И, естественно, он был великим пандитом. Он знал Веду, Веданту и все остальное. И вот, естественно, Адвайта, отец Адвайта Гасая, он был очень дружен с царем. Когда какие-то проблемы возникали, то царь, он консультировался с ним. Он был великим пандитом. Нанда Вамша, и все знают Чанакью, великого пандита. У него была хорошая интуиция, все его знают. Даже в экономике, экономика описанная Чанакьей 3000 лет назад, хотя он написал свои труды около 3000 лет назад. Он написал какие-то книги по экономике, и даже сейчас современные ученые, они изучают их. И таким образом царь Лаура, он был очень дружественен с этим отцом Адвайта Гасая. Но у них, у отца и матери Адвайта Гасая, до этого было 6 детей, они все умирали. В младенчестве они молились Бхагавану Вишну, чтобы хотя бы один ребенок у них остался жив. И вот они совершали аскезы. И тогда, по милости Верховного Господа, Адвайта Гасай родился. Когда Адвайта Гасай родился, то тогда все
все украсилось, стало прекрасным, как будто по мановению Бхагавана. Как во время Расалилы, все естественным образом украсилось. Бхагаваны чистые гуру вайшнавы, у них есть такая сила воли. И если они хотят благословить вас, то их благословение станет явью. И они могут дать свою силу вам. Как Шрила Прабхупад на день его явления, я буду говорить, Шрила Прабхупад, он жил в Индии, он находился в Бхарати, но ученики, которые по его воле отправились на Запад для проповеди, они получали, они чувствовали его силу там. Для обычных ачарь это невозможно, те, кто занят в служении 24 часа в сутки. Если посмотреть на чистых гуру вайшнавов, можно посмотреть на их глаза и увидеть, что в них что-то необычное, их бхава, их чувства, они чем-то отличаются от других. Можно почувствовать какое-то вдохновение от них происходит. Шрила Прабхупад говорит, если мы не вдохновлены Кришна Бхакти, то мы не можем действовать как подлинные ачарьи, поэтому множество проблем возникает в этом мире. Шрила Прабхупад сказал, если кто-то не находится в таком полностью поглощенном состоянии, как будто он вдохновлен чем-то, подобно индукции, как вот в физике можно наблюдать такое, что под действием индукции, по закону Фарады, эта индукция происходит, и также с гуру вайшнавами должна быть некая сила, которая которая находится в них, и если этого нет относительно этого чувства Кришна Бхакти, Кришна Сева, то никакая проповедь не получится. Чистые гуру вайшнавы, они всегда говорят харикатху. Эти чистые гуру вайшнавы, они всегда думают о Господе, и говорят харикатху в процессе всей своей жизнедеятельности. И вот если вы поймете, я, может это сложно для вас, но сегодня или завтра я могу гарантировать, вы поймете что-то. Поскольку Бхагаван, он очень милостив. И Адвайта Гасай, он родился, и все. И когда он родился, вся природа стала прекрасной. И по этим косвенным признакам все поняли, что родился необычный ребенок. Он очень быстро закончил свое образование, изучил санскрит, грамматику и прочие вещи. И вот Адвайта Гасай, его звали Камалакша, его предыдущее имя было такое. И вот его родители назвали Камалакши. Камалакша значит лотосовоки. И вот он вырос, и он развил дружбу. Он подружился он с
сыном царя. Он был сыном главного этого священника, и они там играли вместе, общались, и в итоге однажды, но царь был шакта, не был вайшнава. Они шакти пуджу совершали, и однажды эти дети, Камалакша и его друг, сын царя, они играли. И после они зашли в царский дворец, и Калимандир, Деви Мандир, он был там. И даже сейчас я могу показать, если вы будете во Вриндаване, в Камьяване, я покажу, что там этот царь Бхаратпура, это относится к Враджамандале. Я был много раз там. И вот там я видел. Царь, он поставил там Дева Мандир. Перед входом в его храм множество божеств можно увидеть. Ну, в общем, перед этим главным зданием обычно какой-то мандир какого-то полубога ставят. Вот там. И вот там было Деви Мурти, и Камалакша ему не поклонился, а царский сын поклонился. И поэтому его друг, сын царя, разгневался, спросил, что он не поклонился, и Камалакша. Он сказал, а звук, громкий звук издал. И этот царский сын упал без сознания, не мог потерпеть такого громкого звука. И Камалакша хотел что-то сказать с таким, как-то слишком громко. А этот царский сын упал без сознания. Царь пришел спросить, что случилось, как он упал без сознания. Он его пытался как-то растолкать, но потом по просьбе царя, Адвайта Гасай Камалакша, он взял Чаранамриту, Вишну, Бхагавана Вишну, Нараяна, и накапал ее. Вот это вот царского сына царя, и тот пришел в чувство в день Калипуджи, Адвайта Гасай. Его отец, Камалакша, он уже был там, и было собрание в честь Калипуджи. Во время Калипуджи повторяют имена Кали громко, и вот Адвайта Гасай Камалакша, он тем временем пришел вот на это собрание. Всего там был. И царь сидел на своем троне, видит, что Адвайта Гасай пришел, никому не поклонился, никакой Кали Деви, пришел и сел. И царь был недоволен. И он начал возмущаться, что ты невоспитанный.
даже Деви не поклонился. И царь вот недоволен был, что делать, и отец Кувера-ачарья, он сказал, что плохого, почему тебе не пойти и не поклониться? Деви, она не примет мой поклон. И отец не понял, что он сказал, иди клонись. Глупец. Я сказал, надо поклониться, иди клонись. И вот, в общем, поскольку отец дал наставление, нельзя его нарушать, и он пошел и поклонился этой Деви. Когда он поклонился, то это Виграха Деви, она сломалась, она распалась на части. И Деви сказала царю, я была здесь в полной форме, и сейчас я не могу находиться, я ухожу. Царь был опечален. Что Деви уходит от него, Виграха сломалась, и Деви ушла. И вот ситуация была такая сложная, и Камалакша решил и взял разрешение от отца и матери, что не хочет находиться здесь, лучше уйдет в Шантипур. И вот отправился в Шантипур, чтобы получить, чтобы учиться там дальше. И, ну, в другом источнике говорится, что он не спрашивал у отца разрешения. В другом написано, что спросил, но так или иначе он отправился в Шантипур, и в Шантипуре он спросил отца, к чему дальше учиться. И отец сказал, ты должен изучать Веду, Веданту, Упанишады. И Адвайта Гасай пришел в Шантипур, и в Шантипуре в Фули. Фулия — это то место, где Харидас Такура совершал баджан. Там, где Харидас Такура повторил трилак святых имен, это рядом с Шантипуром, это прекрасное место. И там был великий ачарья Веда, Ведант Панишад, и он Адвайта Гасай, он Махавишна. Снаружи, кто может дать, то есть внешне, кто мог бы научить ему чему-то. И лишь Чайтанья Махапрабху, но все же они являли лилу обучения. И вот он пошел учиться у Шанта Ачарьи, как он. Как Шрила Прабхупада внешне изучал Веду у Питри Радж Шармы. Он был очень учен, и так или иначе Адвайта Ачарья в соответствии он изучал Веданту, Панишаду и все остальное. И он получил титул. Вот, в общем, он получил титул. И так или иначе, отец и мать, они сказали, что мы уже пожилы, мы не хотим жить здесь, в Лауре, мы хотим жить в Шантипуре с нашим отцом. Точнее,
мы хотим жить с нашим сыном в Шантипуре. И вот, по взяв разрешение у царя, они отправились в Шантипур, где учился Адвайта Гасай. Он уже к тому времени закончил образование свое, и отец и мать, они вскоре оставили свое тело. И после того, как они оставили тело Адвайта Гасай, он как опечален был и решил произвести эти прощальные церемонии и отправился, как Махапрабху отправился в Гаю, чтобы предложить пинду с усопшим предком. И вот после Гаю-кшетры Адвайта Гасай, вот он тоже предложил пинду за своих родителей и решил совершить паломничество по святым местам. И в итоге, после посещения всех святых мест во всей Индии, он достиг Уджайни, и после этого Насика, все важные места посетил, Мадья-Прадеша, в Махараштре и прочих местах. Он был там, где происходит Кумбхамела, но в разных местах происходит в соответствии с положением звезд, иногда в Уджайни. Это то место, где Кришна был послан получать образование к Сандипани Муни. Уджайни — это необычное место. Потом в Аллахабаде, иногда в Харидваре, в Насике. То есть в соответствии с положением звезд, в вайшнавском календаре рассчитывается место проведения Кумбхамелы. И вот, посетив все эти места, Адвайта Гасай решил принять омовение в Аллахабаде. И потом, ну, то, в общем, посетил все места по дороге и достиг Вриндавана. И он явил такую лилу, что он совершал парикраму всех святых мест под руководством Кришнадаса. В Камьяване можно... Есть много кришнадасов во Вриндаване. Но тот первый кришнадас, который Кришна Баларам в процессе своих лил с пастушками. Однажды Кришна Баларам, они попросили воды у кришнадаса. Сказали, что мы хотим пить, дайте воды. Вот есть такое изображение, когда Кришнадас, он дает им воду. Потом Кришнадас в Манасе Ганге жил, который и множество прочих, даже Лала Бабу, он царь. Он, это богатый, очень человек в Калькутте был, и потом он принял отреченный уклад жизни рядом с Гопешвара Махадевом. Есть Лала Бабу Мандир, его тоже Кришнадас звали, и много других Кришнадасов. Но под руководством того первого Кришнадаса Адвайта Гасай посетил 84 этих, совершил парикраму и посетил все святые места, 84 Курушакхавраджа мандалы.
И перед этим Адвайта Гасай, он однажды отдыхал где-то в то время паломничество было достаточно суровое, аскетичное. Негде было жить, есть что-то есть. И раньше, если кто-то отправился на паломничество, они думали, что человек уже не вернется. Много проблем по дороге, всякие животные свирепые, или разбойники еще хуже. И если кто-то совершал паломничество, то думали, что человек уже не вернется никогда. Еще пешком надо было идти. Индия большая, пока все обойдешь, жизнь кончится. По милости Гурудева я тоже совершал парикрамы и посещал эти святые места. И однажды даже дошел до Кедарнатха. Со мной было несколько преданных. Они, получили посвящение тоже моего Гуру Махараджа, ели прасад там в Барат с вашими. Я сказал, что я не могу там есть, поскольку если ситуация... Ну, в общем, Махараджа не ест, непонятно где, если ситуация там непонятная или нехорошая, то Махарадж там не ест, ну, редко где ест, поэтому часто постится во время парикрам. И вот там съедобного дня огурцы были. И вот Адвайта, без милости паломничество невозможно. И вот потом он достиг Вриндавана, там лег отдохнуть под баньяновым деревом и ночью. Мадан Махан, он явился к нему во сне. «О, Адвайта, я жду тебя. Мое имя Мадан Махан. Вставай. И с помощью Враджаваси, смотри, здесь закопано мое божество, здесь в глине. Я здесь жду с два пара йоги. Я поклонялся. Мне поклонялись. Кубжа поклонялась мне. И после этой кубжи множество браманов и вайшнавов поклонялись мне. И потом напали мусульмане, и мои саваки, они убежали, а меня закопали здесь. И с утра Адвайта Гасай, он попросил всех Враджаваси, что Мадан Махан пришел ко мне во сне, и они очень осторожно, они эту виграху извлекли, и этот Мадан Махан, Адвайта Гасай, он он отправился в Враджамандал Парикраму, когда божества пришли, он отправился совершать Чураси Курош Парикраму, и в какое-то время
И потом, как эти пуджари обнаружили, что божества ушли из храма. Пуджари начал плакать и отправил послание всем, чтобы если увидят божеств, то... А точнее, письмо отправил Адвайта Гасая о том, что этот Маддамахан пропал. И когда письмо дошло до Адвайта Гасая, он очень опечалился. В итоге Маддамахан вынужден был прийти и сказал, что... что я принял форму Мадна Гопала, очень маленькую, и где-то там спрятался в цветах. И Адвайта Гасая пошел в то место, где ему указали во сне, и нашел эти божества там. И перед тем, как Адвайта Гасая, after Advaita Gosai coming back, after Advaita Gosai coming, there is different opinion. Somebody is speaking. И вот тут история разделяется. Кто-то говорит, что Мадна Гопала из Вриндавана завали, кто-то говорит, что нет. Там продолжали поклоняться ему, и после этого Мадна Гопал отправился в дом Чобе. Когда наш Санатан Гасай во время... И вот когда Санатан Гасай был в Матхуре, собирал подаяние, и там однажды Санатан Гасай обнаружил, что Мадан Махан и сын Чоби, они спорят друг с другом. И эти божества Мадана Махана, оно играло с сыном Чобе. Чобе – это Враджаваси местный. И Бхагаван хотел принять служение от Чобе. Его жена служила Чобе как собственному сыну, поскольку Гопал, он с утра просыпался, просил что-то поесть. Даже на Чобе говорил, что нужно помыться, ханник повторить там то все. Но этот Мадна Гопал настаивал, что нужно прямо сейчас готовить. Я не помучаюсь после сна в процессе чистки зубов готовила. Кто такой Бхагаван, если вы поймете когда-то? Кто такой Бхагаван, то вы не сможете больше жить материальной жизнью. Это невозможно. И вот, когда Адвайта Гасай пришел в Шантипур, и вот Сева Мадана, Мадан Гопал Чоби, семья Чоби поклонялась. И вот Нитянанда, Санатан Гасай, он... И вот Санатан Гасай, он однажды ходил, собирал подаяние, увидел, что божество Мадана Гопала дерется с Чоби, с сыном Чоби. И однажды Мадна Гопал дал наставление жене Чобе, то, что это Баба приходит, придет сейчас просить подаяние Санатана. Я хочу принимать служение от него, поэтому хочу уйти с ним. И Санатан Гасай взял Мадна Гопала с собой и пошел во Вриндаванский лес. Я более подробно расскажу на день его явления. И вот Санатан Гасай, он делал
Не лепешки, не чапати, а просто эти тики в Раджавасе называются. Какие-то шарики из муки они кидают в огонь, и потом они готовятся так. И Мадана Гопал возмущается, что ни соли нет, ни сахара. Хотя бы соли... Хотя бы соли дай. Санатан сказал, что сейчас тебе соли дать, а потом овощей, потом еще чего-то, то мне некогда этим заниматься, поэтому бери, ешь то, что есть, и, или не ешь. И вот Адвайта Гасай. Это очень обширная тема. Если говорить о ней, то времени недостаточно будет. Адвайта Гасай встретился с Бхава Чандидасом. Слышали имя Видьяпати. Видьяпати Чандидаса, они очень знаменитые. Кришна Харанамрите это все описывается. И вот последние 12 лет мы слушаем о Видьяпати Чандидасе, Кришна Харанамрите и Махапрабху в то время. Они пришли, и в общем Махапрабху, он встретился с Мадхавендра Пурипадом. Однажды Мадхавендра Пурипад пришел в Шантипур и в процессе своего путешествия из Вриндавана в Пури он пошел собрать чандан. И вот он пришел в Шантипур. И Шантипуре он встретился с Адвайтой Гасаем, они обнялись, и он просил дикшу. И Адвайта Гасай получил дикшу от Мадхавендра Пурипада. После этого Мадхавендра Пурипад дал наставление, чтобы для совершенной проповеди тебе нужно жениться, поскольку саньяси не могут никуда ходить, ну, в смысле, много куда не могут, и жить в домах домохозяевам запрещено и прочее, множество запретов, но для домохозяев проще проповедовать. И поэтому в соответствии с этой лилой Мадхавендра Пурипад сказал, для более широкой общинной проповеди тебе нужно жениться. И по желанию Гурудева он женился на двух жен, дочерях. Он хотел на одну жениться, на Ситадеве, но этот отец этих дочерей, Симха Бадури, сказал, что ты подобен Бхагавану, я одну дочь отдал тебе, и куда же вторую пристроить, лучше бери обоих. И вот они и начали служить Адвайта Гасай, и его жены. И Адвайта Гасай был очень великим ачарьей. Я уже говорил, что если какой-то ачарья, он успешен в том, чтобы совершать ачаран, но он не может этот ачаран вложить в ваше сердце, то это неправильно. Ачарья тот, кто сначала сам совершает ачаран, и тот, кто может вложить этот ачаран в ваше сердце, а до этого ачарья он был очень велик. Я не могу объяснить, насколько велик он был. И вот Адвайта Ачарья, я посещал его место его явления много раз, и место его баджана. Адвайта Гасай в итоге
Может, в следующий день я могу обсудить. Адвайта Гусай, он... У него был дом здесь, рядом с Йогапитхом, с Шримандиром и другой Шантипури. Адвайта Гусай, он плакал, видя ситуацию в этом мире, и он дал обет совершать аскезы. Он предлагал воду Ганги и листья Туласи Господу, и из Гатами Тантра он обнаружил одну шлоку. И что за шлока? И вот в этой шлоке говорилось, что если кто-то предлагает цветы, эти листы Туласи и воду Ганги Господу, то Господь, Он буквально может исполнить любое желание. И вот он начал молить Господа с помощью, и вот он предлагал ему воду Ганги и листья Туласи, и призывал его, и в итоге по зову Адвайта Гусая Бхагаван решил явиться здесь, в чреве Шачидеви. Так много вещей. Какая-то противоречие Сиддханта иногда встречается, но можно вспомнить нас. Наш Харидас Такур был бит на 22 разных базарных площадях в Калне. И вот наш Харидас Такур был бит там, но все же эти мусульмане увидели, что он не умер, и сказали, что ты не умираешь. И наш этот хозяин сказал побить тебя, но и убить, но если мы этого не сделаем, мы будем наказаны. И вот Харидас сказал, что если такие проблемы из-за меня, то хорошо, я готов умереть. А мусульмане думали, что с ним делать дальше. И вот кто-то посоветовал его закопать, а они возмутились, что если его закопать, он какое-то благо получит, поэтому лучше в Гангу кинуть. И вот кинули его в Гангу, и Харидас Такур в процессе выплыл где-то. И вот в Калне, если у моего Гуру Махараджа был Бхаджан Кутир в Калне и храм Анантава Садхава, я был там много раз. И вот если встать на берегу Ганги в Калне, то с другой стороны будет виден Шантипур, и в итоге вот он, Харидас Такур, он выплыл на стороне Шантипура, встретился с Адвайта Гусаем, Адвайта Гусай заботился о нем. Кормил его, он говорил, чтобы тот просто повторял Харинам и ничем больше не занимался, о всем остальном он позаботится, поскольку он домохозяин и должен служить всем. Однажды Адвайта Гусай, он... организовал церемонию Шрадха. Каждый год церемония Шрадха происходила, и вот он приготовил прасад, пригласил брахманов и вайшнавов. Харидас Такур тоже был приглашен, и, изведя арчану, предложив все подношения Бхагавану,
Мадхагопалу, их божество тоже Мадхагопалом называется. И в итоге он тут сначала эту тарелку Шарда со всем подношением он предложил Харидасу такого. И тут все начали возмущаться, почему, зачем какому-то мусульману предлагать первому это подношение. Адвайта Гасай сказал, что я думаю, это очень благоприятно предложить сначала Харидасу такого, поскольку он лучше, чем сотни тысяч брахманов. Харидаса Такура, когда сказал про это, он тоже начал возмущаться, что зачем ты мне предлагаешь. Тут много брахманов, сначала их накорми. А Адвайта Ачарья ответил, что делаю все в соответствии с шастрой. Пускай они возмущаются, но я сначала там сначала я накормлю тебя, поскольку если ты примешь, то я получу благоподобное от кормления десятков миллионов брахманов. И поэтому я делаю все правильно. А до этого сын на бенгале сказал. И вот он сказал, не бойся. Say Acharibo, Je Sastra Matiko. What is written in Sastra? И вот то, что говорится в Шастра, в соответствии с Дева Ванашамой, мы можем видеть, что обязанность Ачарьи в том, чтобы утвердить Дева Ванашаму. И вот я могу объяснить Адвайта Гасай. Он утвердил Дайва Варнашрама по указанию Бхактина Такура и Шрилы Прабхупады. Они тоже хотели утвердить Дайва Варнашрама. И в то время, когда брахманы, и вот они сказали, что мы не можем принять прасад в твоем доме, поскольку ты накормил кого-то там мусульманина, и поэтому мы уходим. И Адвайта Гасай сказал, хорошо, давайте я вам дам продукты, готовьте сами. И вот эти брахманы согласились, но они до этого возмущались, ушли потом. В общем, собрались готовить, но не могли, поскольку в те дни огонь нужно было где-то хранить. Не было просто спичек, чтобы зажечь, нужно было. Ну, просто он где-то горел в лампадах у сына. Если огонь у кого-то огня не было, нужно было у кого-то взять. Сейчас проще с этим, тогда сложно было. И вот эти брахманы искали везде огонь, во всей деревне, и ни у кого не было. И в то время и был еще шторм начался, дождь, ветер, и вот они поняли, что что-то не то сделали, и сказали, что мы просим прощения, можем принять ваш просад, и то, что осталось, все остыло, и вот они приняли попросили прощения у Харидаса Такура и приняли остывший просад. Еще одна сиддханта, которую я хочу сказать, но времени мало, и кто-то может сказать, поскольку в каком-то обществе пишут какую-то ересь о нашей Гурваге и приводят этот пример. И поэтому я в какой-то день хочу рассказать об этом. И вот они говорят, что у Адвайта Гасая было шесть сыновей.
Первый был Ачютананда, Кришна Мишра, Гопал. Три сына и другие три Сварупа, Джагадиш и еще кто-то. Они следовали, три следовали Адвайта Гасаю, а три не следовали. И относительно этого я могу сказать особую сиддханту, кто-то говорит Ачютананда, Кришна Мишра и Гопал. Если буду говорить об Адвайта Гасаю, это долгая тема, я в следующий раз продолжу. И вот Гопал, Ачютананда, это долгая история. Кто-то заявляет, что из Адвайта Гасаю Махавишну, то почему три его сына против него выступали? И я отвечу. Другое, я могу сказать, что Адвайта Гасаю был мал. Однажды кто-то спросил Адвайта Гасаю, что Ачютананда, когда он был маленький. Однажды Адвайта Гасаю Ачютананда вот играл. И один человек спросил Адвайта Гасаю, кто гуру Шри Чайтаньи Махапрабху. Адвайта Гасаю вынужден был ответить обычными словами и сказал, что Ишвар Пурипад, он гуру Махапрабху и Ачютананда, его сын, сказал: «О, отец, что ты великий ученый, почему ты сказал неправильное Чайтанья Гасаю, он гуру бесконечных миров, а ты сказал, что у него есть какой-то гуру». И Адвайта Гасаю очень обрадовался, слушая такие слова, и сказал, что ты мне дал прекрасный урок, и Ачютананда, и Махапрабху, он также брал Ачютананду к себе на колени и целовал его. И это долгая история. И о той сиддханте я могу вспомнить, что кто-то говорит, что Адвайта Гасаю, он Махавишну, и почему три его сына, они... Они не следовали ему. И вот есть хорошее и плохое во всех мирах. Откуда оно происходит? Если я спрошу вас, что хорошее и плохое, согласно вашему мнению, откуда это все происходит? Адвайгантата Махавишна – это источник всего, все хорошее или плохое, все разнообразие. Видите, я говорил в тот день. Сад и Асад. И вот. И все хорошее и плохое, оно... Все это разнообразие, откуда происходит, я в дальнейшем расскажу. जय अद्वैत गोसाई की जय जय सपार्श्व संति गुरुनाथ की जय गौर विमानंदे हरि हरि बोल Мы должны слушать Харикатху всегда, не только сегодня, такой нектар. Если у нас будет терпение, то мы сможем обрести этот нектар. Если нет, то нет.